Всех приветствую, друзья, на своем канале. Я Дов. Сегодня у меня вот такой вот ноты третий. Уже предпоследняя модель на сегодняшний день. Вот, и не заряжается аппарат. Видите, я подключил зарядку. Батарея ноль внимания. Давайте разберем, посмотрим, в чем проблема. Первое, что мы можем сделать, это заменить вот такой вот, точнее проверить, насколько рабочий у нас шлейф, гнездо зарядки. Вот так вот он выглядит. Вот, если проблема не в нем, то будем искать дальше по схеме. Итак, давайте отключим телефон. Снимаем заднюю крышку. Винты все одинаковые. Множество винтов. Давайте я поставлю на паузу, чтобы не тратить время. Итак, телефон раскручен. Почти. Сняли все винты, снимаем батарею, карандаш, снимаем заднюю крышку, точнее панель заднюю. Отстегиваем разъем нижнего модуля. Давайте проверим, в чем проблема. Вставляем батарейки, включаем зарядку. Смотрим на дисплей, если появляется батарея. Да, появилась батарея. Появилась батарея, пошла зарядка, видите, да, то есть никаких осложнений. Просто меняем гнездо зарядки в сборе, снимаем защитный пластик. Такое гнездо зарядки стоит у нас, замена стоит около 15 евро. Можно заказать отдельное гнездо, именно гнездо, без шлейфа. Вот такое. Ну, там выиграете около 2 евро. Я думаю, это того не стоит. Лучше заказать вот такое цельное. На нем находится также антенный модуль. Вот разъем коаксиального кабеля. Основной микрофон. Вот. Ну и само гнездо зарядки. USB. Замена совсем простая. Соединяем коаксиальный кабель. Снимаем. Неисправное гнездо, точнее модуль. Вот, не советую его выкидывать. Можно снять рабочий микрофон, можно снять разъем коаксиального кабеля, всегда пригодится. Ну и остальные составляющие, которые могут также вам пригодиться, разъем. Вот, сохраняйте все модуля, включая ноты второй, включая Galaxy 4. То есть всегда может пригодиться, всегда можно будет что-то полезное из него снять, какую-нибудь мелочь, которая стоит денег. Ставим новый разъем, соединяем кабель. Совсем простое видео, друзья. Думаю, кому-то пригодится. Ставим заднюю крышку.
закручиваем все винты и зарабатываем 10-15 евро на данной работе. Итак, всем спасибо за внимание. Я Лев. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, будем отвечать по мере поступления и возможности. Всем удачного дня, до свидания.